Теперь вы улавливаете? Вы внедрили агента, и 47-й его убрал. У нас есть видеозапись. После этого случая мы вновь сели на хвост 47-го, и в итоге уничтожили его. Вы его правда поймали? Мы не просто поймали вашу байку. Мы убили его. И вы можете это доказать? Я покажу вам неопровержимое доказательство. Но как? В одной из наших программ по защите свидетелей была мелкая мафиозная сошка. Его охраняли 24 часа в сутки, лучшие профессионалы бюро. Это не остановило 47-го. И вы убили его? Подготовьте машину. Джек, постойте, вы не можете бросить меня на середине рассказа. Берите папку с собой, поговорим по дороге. По дороге куда? К доказательству. Свидетель на процессе, который состоится в конце месяца. Наш клиент желает быть уверен, что Синистра не даст показания в суде. Кроме того, в распоряжении Синистры есть доказательства, которые не должны всплыть. Наш клиент полагает, что они записаны на микропленке. Вам предстоит найти ее и забрать. Синистра — человек очень нервный и не привык к жизни в пригороде. В воскресенье состоится вечеринка в честь дня рождения его младшего ребенка. Это хорошая возможность проникнуть в дом. Наблюдением за домом и охраной занимаются федералы, так что проявляйте особую аккуратность. Будьте осторожны, 47-й. Пончики. Не круто. Снимаем маску. Мы из ФБР.
Хорошо бы вечеринка удалась.